Всем привет! Хочу рассказать о лакомстве для собак фирмы Trixie. Называется оно Premio. Это стики с кроликом. Значит, содержание следующее. 90% мяса кролика. Также есть кукурузный крахмал, соевый белок, глицерин, минеральные добавки. Эти стики не содержат сахар и не содержат глютен. В упаковочке 100 грамм. Так выглядят стики, они мягкие. Гаврюша, вот так. Гаврюше понравилось. Спасибо вам за внимание.